Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые воспитатели! Сегодня у нас с вами совместная встреча, урок творчества по теме «Благородное сердце». В связи с этим сейчас с вами на встрече отличники и активисты третьего курса декоративно-прикладного мастерства Костанайского педагогического колледжа. Сейчас продолжит с вами психологический настрой урока Артыкпаева Баян. Всем огромнейший привет! Для того, чтобы настроиться на позитив, для начала давайте поработаем над психологическими упражнениями «Здравствуй, друг». Все смотрите на меня и повторяйте за мной. Все готовы? Готовы. Давайте. Здравствуй, друг. Махаем руками. Как ты тут? Хлопаем на плечи. Где ты был? Дергаем за уши. Я скучал. Кладите руку на сердце. Ты пришел. Разводите руки в стороны. Хорошо, я очень рада. Мы очень рады с вами, встречи с вами, ребята. Спасибо. Посмотрите на меня и улыбнитесь. Я очень рада вас видеть. Желаю вам всем хорошо поработать и дружно, и открыть для себя что-то новое. Теперь хочу передать свое слово своей одногруппнице Синальне Айнур. Добрый день, ребят. Я очень рада тому, что нам удалось провести с вами наш небольшой творческий урок, так как с эпидемиологической ситуацией в стране мы не смогли вас посетить. Так как темой нашего сегодняшнего творческого урока является благородное сердце, я бы хотела с вами об этом поговорить. Все мы слышали между разговорами в литературных произведениях, что у кого-то благородное сердце. Так что же это значит? На мой взгляд, благородное сердце у того, кто добр, милосерден и человечен. Благородное сердце – это великодушие и забота о других. Это люди, заботящиеся о других, они не эгоистичны, готовы помочь в беде. Благородные сердцем люди в настоящее время встречаются все реже и реже. Все больше людей заботятся только о себе, считая заботу о других лишней тратой времени. Я думаю, что очень важно стараться быть благородным сердцем. Важно совершать больше хороших поступков, не думать только о себе. Эта доброта и человечность по отношению к другим окупится сполна. Для вас на сегодня мы приготовили видеоролик, на котором изобразили большое сердце в руке. Ведь данный рисунок означает то, что все в наших руках. Нужно взять себя в руки и быть благородным сердцем, всегда идти на помощь друг другу. Ведь когда мы совершаем хорошие поступки, нам самим становится от этого приятно. Наша душа, наше сердце словно расцветает, как цветок. Поэтому мы и изобразили цветок внутри сердца. И мы хотим, чтобы все вы были всегда готовы оказать помощь и поддержать друг друга. Берегли нашу окружающую среду, и чтобы наши сердца всегда были открытыми, благородными и цветущими, как сад. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды. Это просто. Ты исправишь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы. Это просто.
по кругу.